1 августа состоялось очередное заседание Совета министров Донецкой Народной Республики, которое провел глава ДНР, председатель Совмина Александр Захарченко. Также в работе правительства приняли участие заместители председателя Совета министров и руководители министерств и ведомств Донецкой Народной Республики. Кроме других вопросов, на заседании был утвержден план мероприятий, посвященных празднованию Дню города Донецка и Дня шахтера. Планируется, что в этом году празднование Дня шахтера и Дня города будет проходить 3 дня, с 25 по 27 августа. Это концерты, которые будут организованы как на центральных площадках столицы республики, так и во всех городах и районах. Будут подведены итоги фотоконкурса «Славим шахтерский труд». Состоится презентация альбома «Донбасс. Земля шахтерской славы» и марки, посвященные столетию присвоения поселку Юзовка звания города. Пройдет конкурс короткометражных фильмов о Донецке и художественных работ. Кроме того, запланирован ряд спортивных мероприятий. Дмитрий Синьковский, Новороссия ТВ.